Человек. Тебе мид давай. Да, дайте мид, плиз, пацаны. Дайте мид. Здорово. Там тинкер, ебаня. Ой, мне медузой впадло, мне скучно уже на ней. Поэтому давайте дровкой. Там дровку просили сегодня. У меня как раз аркана есть. Надо постричься сходить. Как бы мне собраться и сходить постричься? У меня уже просто вон сзади прям наушники гребень прижимают. Уже прям я еще голову перед стримом помыл. То есть, если наушники снимешь, там вообще уже все, блин. Ну, вы не видите, из-за освещения там просто пиздец какой-то. Но... Кажется, мы проебали. Ну, мне тоже. Ну, так и есть, у нас минер, естественно, мы проебали. И у нас разор керри или кто керри у нас? Нам пизда, как бы. 100%. Это 100%. Тут шансов нет, пацаны. Сори за спойлер. Эта игра луз нулевой. Именно вот луз нулевой, без единого шанса на победу. Потом спросите, откуда ты узнал? Да я вам говорю, пик у нас говно, который никогда 100 из 100 игр не выиграет у пика команды Скрабы. Играем не на победку, а так по кайфу чисто получается. Ну, чисто получается. По кайфу чилим, конечно, ты думал. Потому что здесь шансов на победу нет, еще и чел керри разор. То есть разор не выигрывает доту, когда он керри. Никогда, никогда в жизни. Сейчас пизды от СФа получим, давайте. Блять, смотри, блять. Не, сейчас на чиле, на расслабоне покажем уровень игры. Блин, вот уже маны не хватает. Пиздец, мне кажется, надо стрелы дровки по мане сделать бесплатными, как считаете? Чтобы они маны не стоили. Это будет справедливо. Ха-ха! Хорошо, там крип не санул тоже. Собирай добровольцев в гачи батальон. Твоя заявка принята. Что ты нам подходишь. Ты ж... У тебя и шлем есть, и боевой клич парусин залдать. Так что сбор завтра в 7 часов утра, поедем хохлов убивать. Осуждаю и не одобряю подобные высказывания. Нахуй, иди с моего стрима. Сын долбоеба, блять, в третьем поколении, нахуй. Ну, никогда не ставьте мне варды, если я играю на стриме и против меня стоит снайпер. Чуваки мне приходят, блядь, и ставят обсерверы. Чё у меня ощущение, что SF инвиз? SF мисс. Он в инвизе. Это чувство игры называется. То есть, ну, я чувствую, что он в инвизе. Потому что он куда-то исчез, и типа его нету, но он нигде не появляется. Он просто стоит вот тут вот. Смотрите, он сейчас выйдет с инвиза, оранжевого крипа бить. Я эту игру типа видел уже. О, видите, оп, парень ждет. Выдержка хорошая у него. У меня тоже с выдержкой все нормально, поэтому я просто подождал до тех пор, пока он не появился. Куда это? Телега поехала. Это минус как-то. Ну, там СФ настолько хуёвый, что не минус. Понимаете, насколько читка игры идет? Я беру Макшу третий скилл, понимаю, Олег, что мне скоро в лес. Вручь. Срочно нужны твои услуги, газанюк. Нам посадили зека с расстройством желудка. Первит как чё. Ты ведь лучший газанюк белгородского СИЗа. Порядочным арестантам дышать нечем. Спасибо за донат. Из-под танка вылезает колбаса. Не могу посадить. Все нормально, СФ убили. Инвиз на топе лежит. Инвиз на топе мне не нужен. Так, дайте я скипну. Брат, а ты можешь что-нибудь ставить, чтобы в этом треке не повторялась одна фраза 20 тысяч раз? Живой человек, часов? Ну еще и бухой человек. А вы откуда это знаете? Снижается эрекция. Почему не, брат, были готовы за такое? Это мимо сразу. Спасибо за донат. Донатер из Канада, полис департамент. Соглашусь, только на усатую у льву. Мне нужен личный слейв в подвале, чтобы он стримил и отдавал мне все свои баксы. Ой. Но играешь норм. Удачи. Спасибо, братья. Ебут? Ебут? Расскажи про свое обучение. Погоди, в школе. Меня сейчас выебут. Были какие-то курьезные случаи? Остались какие-то друзья с тех лет? Спасибо за слейв. Ебать, там стрим-снайпер на эсэфе, блядь, надо узнать у него, шо он, как он вообще там, как он там, блядь, снайперочек, ебать, бегает он за мной, клоун. БКБ надо против стрим-снайперов делать, потому что иначе эсэф будет сульта убивать. Мне повезло, что я выжил на самом-то деле, там очень хуёвый чел на эсэфе. Бля, у нас минер в команде, видите, хоть мидас можно было делать на дровке, потому что игра в любом случае у нас очень интересная. Кстати, не постановится. А, как сейчас останется. Ебать, то есть нереально БКБ продать, ебать. То есть если прям тайминг кастует, БКБ не прожимает. Ну давайте разменивайтесь. Yeah.
пизда, хуй пизда. Хуй пизда, хуй пизда, хуй пизда, хуй пизда, хуй пизда. Вот пацанам чисто вот, понимаете, время без 15:03 ночи по Москве. Вот пацанам делать вообще нехуй. Залетают косари вот с этим, понимаешь? Просто скучно живется, видимо. Отъебитесь нахуй от меня с этой вот залупой, блядь. Сами сидите, бесплатно врубайте, блядь, это говно у себя в наушниках. И сидите, слушайте это говнище, блядь. Кстати, у Сирены какой-то левел маленький, учитывая, что она фрифармит всю игру. У нее всего 20-й, типа у нее должно быть намного больше. Она в скале идет, да? Да. А у них пик слишком сильный. Да ладно. Есть такое, пацаны. И тут мы поняли, что у врагов очень сильный пик. Это не у них сильный пик, а у нас очень слабый. Ну, иллюзия с скольки? С 5, с 6 ударов улетает. 3, 4, 5. А мисс 6. Извините. Там 16% миссов, это слишком дохуя, чтобы попадать. Знаете, на самом деле меня что удивляет, то что мы эту игру так долго держим. Да, надо чисто бесконтактный бой ведет. Просто мы эту игру долго держимся. Я не думал, просто мы по ощущениям 45 минут продержимся. Но я не думал, что так оно будет. Я не думал, что мы 45 минут будем это играть. То есть, типа, игру, которую мы 100% проебали с нулевой, мы будем играть под 50 минут, наверное. Там, блин. ВР-ку вообще в игре не вижу. То есть, я даже ни одного скриншота за игру не получил. То есть, там чувак на ВР-ке, он просто бегает, блядь, где-то. Пассивно, аккуратно, блядь, не подставляется никуда. Ну, все, начинается тот самый момент, когда у нас начинается... Дота самая настоящая. Прям Дота 2, ребят. Ебать Марша хуёво. Пацаны, Дота 2 началась. СФ исчез куда-то. ВК тоже. Мы их разъебали, но это не наша заслуга, это ошибка врага. То есть вместо того, чтобы продолжить фармить, там сирена фармит, блять, а челы в 4 ебала идут к нам под тир 3 башни и умирают. Ну, у сирены хекс, ребят, плохих новостей, так, все норм. Давайте я напихал нормально. То есть, казалось бы, у меня дэмэджа не так много, у меня нету битов, у меня нету нихуя, но при этом я надамажил неплохо. Я считаю, что мне Егис не нужен, наверное. Надо быстро убивать. А Егис кому нужен, ребят, из вас? Давайте я, окей. Или разор вообще. Ну и разору надо. А раз надо, значит надо. С разором не спорят. Бери МКБ, крит и муншард. Шабе и пику юзлес. Просто держи дистанцию. Спасибо, нет, пика нужна как раз таки. Вот шабе юзлес это факт, но насчет МКБ не согласен. У меня ульта это по сути МКБ. Вот Дейдалус да. Просто МКБ делать на дровке я вообще не люблю. То есть оно и урона толком не дает. Ну да, оно дает там 80% сколько там процентов true strike, но у меня ульта дает true strike, плюс там особо миссов ни у кого нету. Если честно, твоя позиция вообще не очень ясна. С чего ты решил, что я хочу тебя подставить? Я сегодня задонатил тебе около 56 тысяч рублей. Бабка моя без пенсии сидит, чтобы у тебя были деньги. Блины готовить тебя научил. И что, ты не можешь просто подсказать рифму к слову книга? Почему? Да, я не одобряю. Спасибо за донат. Ты мне не донатил 56 тысяч сегодня. Здорово, шмель под яичный. Как твой такой, отец понял, отреагировал сам, ты, блядь, на то, что нашел тебя такой, с бабкой нахуй под кондиционером в Бразилии в арбузном шлеме? А как твой отец отреагирует, если он узнает, какую хуйню ты в 3 ночи по Москве пишешь в донатах за свои деньги стримеру по игре Dota 2? Как ты думаешь? Как отреагирует твой батя или твой дед, нахуй, если узнает, чем занимается внучок по ночам под одеялом, блядь? Почему, сука, шебуршение под одеялом происходит? Потому что хуйня набирается в донаты, блядь, и деньги отправляются стримеру Dota 2, понимаешь? Клоун. Бля, пацаны, а вы куда пошли? А вы куда пошли? Или типа Аегис это? Все, пацаны, синдром Аегис. Это значит, надо идти и умирать дважды, пятерых. А что, мы вообще хотим что-то или нет? Там вон кто-то дефает что-то. Минера убивает. Ну, минера. Минера хекс и агонит. Лифа у них нет, можем не пить их, наверное. Сильное ТП. Ну и бэкаем все вместе. Два барака заберем. Го, бэк. Нет. А что так больно? Не
нормальный чел на сирене. Он просто стесняется петь, понимаете? Он не хочет петь для меня, блядь, для меня не спел песню, пизды получил. Диджей, блядь, хуев, наивный глупец, блядь. Либо пой, либо пиздуй, вот и выбирай. Вам класс можете захватить? Да, сейчас захватим. Надо помочь ему. У него едет, все нормально. О, у Сефа ультаж быстро откдешится, там же это шляпа, артефакт это, на магии. Блин, а мы успеем вообще сломать за 50 секунд? Почти. Блин, нам пизда. А БКБ жмется вообще у кого-нибудь из команды? Или там пацаны вообще кнопки пьют? Нет, нет, это плохая. Да похуй. Где? Да, давай в меня побольше, в германе сюда. Еще копье кинь перед смертью. Ну, это нормально получилось. Брат, у меня БКБ. Да идите вы нахуй. Полигон купил да, против тебя. Да, да, да. Там СФ хоть у меня чисто шпили. Все. Ну как все, сейчас сирена будет. Мы ее не отвидим. Она точно споет, и я умру. И там СФ будет. Ну, башню тогда и уходить. Ну да, где-то так. СФ ульта в КД, правильно. Правильно. Сейчас типа я все, я не вижу смысла идти дальше. Я точно умру. Когда Стрель в детском саду не мог уснуть, он подходил к воспитательнице, она вырубала его с двоих. Идёшь нахуй, дура, блядь, я в садике нахуй нормально засыпал, это во-вторых. Во-вторых, я не ходил в садик, блядь, понимаешь? Потому что крепкие мужчины не ходили в садик, я дома был, понимаешь? Я хату держал, блядь, пока ты в садик ходил. Клоун, блядь, прежде чем пиздеть, хотя бы узнал, был я в садике или нет. Общаемся потесней. Отпразднуйте сей праздник, парень. Куда они? Если девка ушла, значит парень. И не очень нужна ада. А ничего покупать. Лучше вместе гимн исполнять. Настоящий поем же вместе сей радужный гимн. Мы любим петь вместе. Поет, блять! Радужный гимн. Радуга всех сильнее, если так всех. Давайте догнать исполнителя. Вон, вижу. Догнать исполнителя. Хуёво поешь, черт, блядь. Хуёво нахуй. Все, погнали, дрон сломаем. Там у них клипы на базе. Дойдет. Не вырывай нахуй. Ой. Убил сирену настоящую. Без байбека вроде. СФ меня будет прыгать, он все. Нет, как же вы заебали мне сердце? Просто заебали. О, поймали скелета. Он минера два ульта дал на этом. Я правильно понимаю, да? Если так, то как бы все. Выступаем. Последний бой. Чел дал два ульта на эсэфе, но минера. Это чисто хейт телеги. Пойдем, пацаны. Все. Закончим это. То есть мы это вообще выиграли? Ну там чел на эсэфе очень хуёвый. Там очень хуёвый чел. Он два ульта в минера выдал. То есть я хуй знает. То есть я, он, знаете, он держал позиционку, я видел, он нажал БКБ и сзади такой стоит. И я думал, он меня ждет. Когда у меня БКБ закончится, я выйду там и меня вот это, потанцевать немножечко захотел со мной нахуй. Но нет, он оказался дефолтным нубом, который, вся суть этого чела это стрим-снайпер. Чел меня стрим-снайпит, бегает за мной по лесу с юлами, с блинком, в надежде, что я буду один, чтобы меня взорвать с ульта. Не надо. Ульта. Я трон бью, пацаны. Пошел ты нахуй от меня, слышите? Черт, блядь. Бля, здесь бежит СФ. Кому он бежит? Что он хочет, брат? Это кто? Бля, Марса бить не могу, буду трон хуярить. Не буду. Да ты иди нахуй, блядь, слышь ты нахуй, только ужас ебаный. Домой, черт, блядь, с котла нахуй встал и хуярит меня, уже пизды получил. Ты не рассказываешь про своего братчика с клуба зажигалки. Станы свои дают, черт, блядь. 53 минуты победа, пацаны. Думали, я выиграю. Спасибо за игру, пацаны, это вообще жестко.